Здорово, Слава! Здорово! Что это ты с пилой ходишь? Ну, да сейчас шкаф будем пилить. А как эта пила называется? Зубастая. Зубастая. Лошадиный зуб. Зубастенькая какая-то. Лошадиный зуб, да. Двуручная пила. И что? Ей лес валит. Валили раньше. Да? Да. Такая а ей можно вот руку, ногу ампутировать как-то? Блин, ну если только знаешь как. Блин, если врач-изувер может. Не, ну а так вот как во время войны? Вот пилой, наверное, ну, что такое хуярили. Пилой обычный, да, с мелким зубом. Ну не с таким. С таким, наверное, у врагов, блядь, только. Как попадет там пленный. Пытали, может, кого-нибудь. Говорят, во время 90-х распилили там кого-то, блядь. В этом, в цирке, помнишь, тоже у них такая же, типа, была? Ну да. А, это же вот такими пилами, да. Да-да-да, бабу пилили. Ну-ка, подними его так вот повыше. О, вот это зуб хороший. Бабу пилили зуб. Бабу, да, пилят такой фигню? Офигенно. А ну-ка, покажи, как я там работал, вот так вот. Ну, я вот так. Один человек там стоит, а второй там. Ага. Дергаешь туда-сюда. Деревня до сих пор дрова некоторых пилят. Дедушки всякие. Обрезание такое, наверное, пилой сделают там. Это, я не знаю, отхватывание, наверное. В Израиль поедешь там с такой пилой, тебе сразу там сделают, блядь, да. Вещи. Да, Слав, а где эта пила тут? Купил, да, почем пила? Пила? Да, дорогая. Дорогая, а говорят, на пиле ну, играть еще можно. Можно, вот как раз на таких и играют. Да? А да. Можешь сыграть что-нибудь? А, нет, смычка. А еще и смычок нужен? Смычок нужен, да. Да? Да. Ни хрена себе, я думал как-то... Ее вот так вот изгибают, вот так. И вот разные, и смычком, и вот... Ты постараешься по ебалу, блядь, дашь этой хуйней. Вот зубастой. Ее изгибают вот сильнее, меньше, и тональный звук меняется. О, прикольно. А еще на стиральной доске можно. Да, там тоже тональный звук меняется. Ну, Слав, спасибо. Начинайте уже пилить там. Я, если что, потом попозже зайду. Нихуя. Блять. Надо использовать на концертах эту пилу. Ты с ней придешь? Да. Да? Валить будем. На Винтертрэш с пилой придешь? Да, это интерн доктор Раганов будет. Будешь, блядь, там на пиле. Кодировать пилой пациенту. Ну да. Ну ладно, Слава.